Когда вы в последний раз признавались себе, что жизнь прекрасна и удивительна? Наверняка давно. Порой мы так увлечены своими заботами и делами, что не можем остановиться, посмотреть вокруг и насладиться тем, что нас окружает. Меня зовут Жанна, у меня есть лучшая подруга. Мы постараемся объединить все то, что может сделать нас чуточку счастливее и свободнее. Мы поговорим о том, что волнует каждого из нас, спросим советы у специалистов, побываем в интересных местах, ну и, конечно, поговорим с интересными людьми. Одним словом, мы постараемся создать хорошее настроение и зарядиться позитивом. Ну сколько тебя можно ждать? Уже последний звонок прозвенел. Так, у нас с тобой левая сторона. Пошли. Ну, в смысле, пошли. Во-первых, он уникален тем, что он неповторим, и то, что вся эта программа, весь этот коллектив собран и создан нами самими, начиная от реквизита, заканчивая поставленными номерами, изготовление оборудования, электроника для работы фонтанов. Это все мы создаем сами. Поэтому программа настолько уникальна, даже когда у нас пытаются что-то скопировать, у людей уходит очень большое время на то, чтобы понять, как мы этого добились. Ну, я тебе так скажу, агрофитнес на даче способен и не на такое. Программа у нас действительно остается в сегменте цирка, только лишь потому, что мы сохраняем традиционные цирковые жанры. И мы не можем от этого уйти, потому что тогда мы уйдем из сегмента и потеряем какое-то количество зрителей, либо детскую, либо взрослую аудиторию. Поэтому программа сделана так, чтобы она была одинаково интересной и взрослым, и детям. Ты это видела? Вот это вот, а фонтан, а вот это вот, а вот это, а вот это. И это только первое отделение. Пошли. В одной программе есть все у нас. Три стихии: огонь, вода, воздушные номера. И все это в больших объемах. Некоторые номера достигают объема там 25-27 исполнителей одновременно в манеже. Вот. И, естественно, у зрителей глаза разбегаются. Ой, я в этом, конечно, не разбираюсь, но, по-моему, у них крыша от дождя протекла. Жителей Твери мы приглашаем на наше яркое красочное шоу, от которого, я гарантирую, все получат яркие, красочные, положительные эмоции на долгие годы. Всех вас ждем, приходите.